Ассалям алейкум, сайхалы достлар! Добрый день, дорогие друзья! Это проект LFB, и я Халисия Зинедин, рада приветствовать вас! Как говорил Альберт Хамбард, главная цель ребенка состоит в том, чтобы сделать его способным обучаться и развиваться без помощи учителя. Сегодняшний выпуск я посвящаю развитию ребенка. Развитие ребенка – баланын инкишафы. Развиваться – инкишаф этмек. Развитие – инкишаф. Ребенок – бала. Очень важно расширять кругозор ребенка и рассказывать ему о том, что его окружает. Кругозор – бельги дереджесы, а также можно сказать бельги севиесы или бельги колемы. В центрах развития ребенка детей учат читать, писать, а также риторики и логики изучения иностранных языков. Читать – окумак. Писать – язмак. Бала. 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 Баланын инкишафы. Баланын инкишафы. Баланын инкишафы. Мангей сэрэсэ. Балалы инкишафа. Язмак. 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 Окумак. Окумах. 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 Мантых. 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 Мантынг. Мантых. Белягат. 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 Психологи рекомендуют большое внимание уделять изучению логики и риторики. Логика – мантых, риторика – белягат. Уважаемые зрители, на этом я с вами прощаюсь. Жду ваши пожелания, комментарии, а также идеи по электронному адресу lfb2015@gmail.com. Курушкенджи!